Всем привет, девочки! Привет из Канады. Мы сегодня в КОС. Шла я в Юникло, но побродивши по Юникло, я поняла, что все, что там было, новое, интересное, я уже примеряла и вам показывала. Ничего нового не появилось, хотя я читала, что у них есть появились какие-то новые коллабы, но я их не нашла в магазине. Тут мне жарко, у нас на улице холодно, а здесь примерочные. Очень даже тепло, сейчас разденусь. КОС рулит и зашкаливает минимализмом. То есть просто абсолютно все никакущее, такое никакущее совершенно. То есть КОС всегда как бы такой, но иногда у него появляются какие-то цветные вещи, какие-то интересные фасоны. Что-то в этот раз я даже не снимала обзор, потому что снимать особенно нечего. Вот, ну кое-что я притащила вот в примерочную, кое-что я нашла. Но это такое, знаете, ну... В следующий раз я сниму обзор, у меня будет больше времени и, возможно, будет больше товара, так скажем. Вот, и мы что-нибудь интересное найдем. Вот, а пока что давайте примерять. У меня здесь есть несколько платьев, я нашла, которые не парашюты. Помните, в прошлый раз я примеряла какие-то огромные парашюты. Сейчас я нашла кое-что, что не такие уж и парашюты. Если я в них влезу, то это будет очень хорошо, и я вам их на себе покажу. Все, давайте делать примерки. Первое платье, честно сказать, офигенное. Чуть-чуть маловато мне, это 6-й размер, 8-го не было, а 10-й мне был бы большой. Вот здесь, в груди немножко маленькая. Самая красота у него сзади, на спине, но я потом или сейчас исхитрюсь вам показать, или уже на вешалке вам покажу. Значит, у него есть карманы, оно, опять же, очень длинное. Кстати, еще одно платье сицилианской вдовы. Мои украшения подходят к нему, и даже моя обувь, мои ботинки сегодняшние, если это можно так назвать, ботинки, ну вот такая вот у меня... Такие смешные у меня туфли, носки, носки с туфлями. Что там было первично, носки или туфли, я не знаю. Но к этому платью очень подходит. Сейчас чихну. Ой, bless you. Excuse me. Такая пыль у них здесь, я вечно чихаю во всех примерочных. Значит, очень красиво вот это сделано здесь. Вот такая вот жабо, оборка, не знаю, как сказать. И... Оно такое, знаете, здесь в облигон, и так вот сильно-сильно расклешается к низу. Но, опять же, очень длинное. Было бы немножко короче, оно было бы лучше. Сейчас попытаюсь вам показать сзади, как оно выглядит. Если не получится, то я вам его просто на вешалке сниму сзади. Девушки, я очень старалась, у меня ничего не получилось. Вот эта штука, я знаю, что ее можно открыть, и там будет заднее зеркало, заднего вида. Но телефоном, когда снимаешь, что-то у меня не получается. Даже если я переключаю на другую сторону телефон, то все равно у меня как-то не получается. Может, я... Нет. Нет, никак. В общем, короче, я сниму на вешалку и повешу, и покажу вам, потому что это невозможно. Примерочная не такая уж и большая. Ой. Примерочная не такая уж и большая. И у меня получается, что... ну, в общем, какой-то куски меня, кусок платья, ничего не понятно. Вот такое вот платье. Значит, что по цене? Оно стоит $190. Недешево. Это размер 6. В составе его 80% модал и 20% какая-то синтетика. Так себе составчик для такой цены. Но такие у нас цены и, в общем, в косе. Поэтому вот не очень-то тут накупишься, конечно. Но платье, конечно, очень красивое. Давайте я еще вот так вот вам сниму, чтобы поближе, чтобы вы понимали, какой здесь красивый фасон. И как красиво оно лежит. Прям очень красиво, очень. Вот если на мне было плохо видно и непонятно, то я вам снимаю на вешалке, это всегда намного более удобно рассматривать, мне кажется. Вот здесь сделано вот такое вот жабу, а сзади, значит, вот эти вот как бы крылышки, они уходят на спину, и... Здесь как бы шов, и здесь тоже шов, но здесь идет вот такая вот складка. Большая, широкая складка. За счет этого оно как бы, несмотря на то, что это в принципе 6-й размер, который мне маленький, оно в принципе мне не очень-то мало. Мало только вот здесь вот в груди и на спине вот здесь, а внизу не очень, потому что вот эта вот складка, она прям очень глубокая, большая и добавляет очень много объема. И это, ну вот, КОС, конечно, отличается оригинальностью фасонов. Ну, и цены кусачи. $190. Yes, I'm good, thank you.
Так, комплект. Юбка и топ. В принципе, его можно заправить. Сейчас я заправлю, попробую заправить. Это такая трикотажная ткань, как будто, знаете, трикотажная. Очень большой вырез под мышкой, вот до сих пор. И, конечно, совершенно всегда будет виден лифчик. Или нужно что-то надевать вниз, какой-то еще, может быть, топик коротенький. Значит, юбка стоит 150, топик стоит 120. Состав 80% ацетат, 20% синтетика. И в юбке подкладка 100% шелк. Вот здесь вот подкладка и 100% шелк. Что, конечно же, хорошо. Но это не делает лучше того, что как бы вот сама ткань, в принципе, ну, ацетат, да. Ну, не стопроцентная. Не стопроцентно натуральная, а немножко есть. Ну, конечно, это невозможно, потому что, видите, это такая тягучая резиновая, как будто бы вязаная такая вот лапша. И юбка. Юбка очень красивая. Сейчас я заправлю топ и покажу вам, как она выглядит. Заправлен лучше, правда? Значит, это медиум и топ, и юбка. Голос теряю. Плохо. Здесь на юбке сверху сделана вот такая вот тоже лента, которая сделана из 100% шелка. И вот здесь вот на горловине она тоже присутствует. Красивый костюм, красивый комплект, очень базовый цвет. Конечно, нужен был бы какой-нибудь сверху накинуть вот пиджачок. И было бы совсем шикарно. Но, вы знаете, в Косе не продают вот сейчас, вот нету ни одного пиджака. Вот. Сори. Как бы сейчас лето и все, может, поэтому, я не знаю. Но вот совершенно нету пиджаков, и есть только вот летние вещи. Вернее, есть плащи, такие, знаете, как, ну, вот, легкие летние плащи. Пиджаков у них нету, ни летних, ни никаких. Какие-то есть рубахи, ну, в общем, короче, что-нибудь бы накинуть сверху было бы неплохо. У меня ничего нет, может быть, мою только кофту, но не знаю, не стоит, наверное. В общем, вот такой вот костюм базовый. Это здесь торчит эта штука, которая звенит на выходе, если вы что-то хотите украсть. Вы знаете, что мне абсолютно противопоказаны трикотажные юбки, потому что у меня живот торчит, у меня вот здесь вот эти вот такие, знаете, чтобы руками держаться, как это называется? Ну, в общем, выпирает вот это вот место тоже. Но за счет того, что эта юбка, вот эта, она, знаете, здесь не очень облегает, а потом она идет в расклеш. То есть вот чуть-чуть вот видно, конечно, но в принципе ничего страшного. И плюс у нее есть подкладка, за счет этого она не выглядит такой, знаете, не очень в облепон. И вообще она не в облепон. Трикотажная юбка вообще редко, когда я на себя надеваю, и мне не хочется сразу ее снять, а в принципе я вполне себе даже в ней как бы себе даже и типа нравлюсь. Вот. Ну, базовый цвет, конечно, хороший. Ну вот единственное, что в этом топе, конечно, это вот эти вот, вот здесь вот вырез. Вот здесь. И он такой, видите, это, по-моему, американская пройма называется, что вот надо бюстгальтер специальный или без шлейк, или вот с какими-то такими перекрещивающимися шлейками сзади. Вот, ну, в общем, вот такой костюмчик. Так, это размер medium, $120. И это тоже размер medium, 150. Видите, здесь оно такое, как будто бы плохо обработанное. Я подозреваю, что это специально. Я не думаю, что это просто так у них получилось, что нитки полезли, потому что здесь тоже, в принципе, такая же, так же плохо обработанный вот этот шелк. Кстати, там сзади кнопка, застегивается на кнопку, что очень удобно. Не пуговицы маленькие такие, которые с трудом можно застегнуть, а вот кнопочка. И здесь есть еще замок, застегивается на юбке. И, как я уже сказала, вот там вот есть подкладка, которая из чистого шелка, что очень приятно. Платье-рубашка из чистого льна. Абсолютно не подходит к нему здесь мои шузы, здесь нужны какие-то сандали. Но интересное такое, знаете, интересно, как всегда, интересно сделана застежка. Вот не просто так пуговицы налепили, а вот как-то вот так вот с каким-то вот с фантазией, так скажем. Видите, тут какая-то планочка, они закрыты. В общем, вот такой вот пояс, карманы, и цены на нем нету, оторвано. Но я выйду в зал, потом посмотрю, сколько он стоит, потом вам напишу на видео. Чистый лен.
И я думаю, что на лето с какими-то сандалиями будет очень неплохо. Какой здесь? Это 8-й, по-моему, размер. И мне он, в общем-то, ну так, свободненько. Довольно свободно. То есть, в принципе, мне бы надо было бы 6-й. Я взяла на всякий случай 8-й и решила, что не влезу, знаете. Вот. Но хороший цвет такой, не маркий. Такой цвет, как будто бы уже грязный, знаете, коричневый. Ну, вообще, коричневый цвет бывает очень красивый. Иногда это прямо вот богатый такой коричневый. Этот немножко такой песочно, темный песок такой. Темный песок, светлое кофе. Ну, в общем, что-то я сочиняю уже. Короче, коричневый, светло-коричневый цвет. И, конечно, то, что оно льняное, это очень хорошо. Посмотрю, потом цену напишу, потому что, возможно, что оно не дешевое. Раз чистый лен, вкус, я думаю, что это будет стоить довольно дорого. Ну, вот такое вот платьишко. Довольно, довольно длинный рукав у него. Вот такой вот прям длинный, но его можно поднять, можно загнуть, потому что здесь вот так две пуговицы сейчас. Видите, вот я его так подогнула немножко, ну, надо аккуратнее, я просто, у меня нет времени. И вот он уже не очень длинный. Или можно вот так вот закатать, вот так вот поднято. Его можно использовать как это, как верхнюю накидку, понимаете? Если его расстегнуть, то, в принципе, вот платья-рубашки, чем хороши, что их можно использовать как просто сверху на шорты с майкой или там на джинсы с майкой или что-то такое. Вот именно то, что у него длинный рукав, это хорошо. То есть его можно использовать как такой летний верхний плащик. И не жарко. И карманы, все, что надо. 8-й размер. Лучше бы мне был 6-й, ведь и цену оторвали. Ну, наверное, чтобы не пугать людей. Вот. А в принципе хорошая, да. Хорошая. И лен такой плотный, знаете, не какой-то такой сопливый, тонкий, который очень-очень мнется. Он даже не очень мятый, потому что он довольно плотный такой и хорошего качества, но, возможно, в нем будет немножко жарко, потому что, ну, может и нет, потому что это лен, но, в принципе, такой плотный лен, он может быть немножко даже и не на жару, а как раз вот на вечер хорошо его будет надеть. Еще один очень интересный комплект, вернее, это не комплект, а я его соорудила, значит, я принесла вот такую блузу, она очень интересная, видите, у нее такое горло, как бы воротник, горловина высокая, еще можно ее так вот выше поднять, а можно вот так вот загнуть, и будет вот такой вот, знаете, стиль 50-х, 60-х. Я не знаю, вам видно? Вы понимаете, о чем я, да? Вот такое вот горло высокое. И она вот такая вот широкая, с таким рукавом 3/4. И сзади немножко длиннее, чем спереди. Красивый такой бордово-винный цвет, состав. Ой, что-то у нее там 60% с чем-то, 67%, по-моему, хлопок, все остальное синтетика. И вот такие симпатичные синие брюки. Они мне тоже маловаты. 6-го размера я принесла, 8-го не было. Сделаны из 100% ацетата. Синие брюки вот с такой вот стрелкой, зашитой здесь стрелкой. Я потом покажу вам их сверху. Они просто маленькие, поэтому не очень-то хочется показывать. И я, кстати, подумала, что с этой юбкой, может быть, вот эта блуза будет неплохо. $135 стоит блуза, $135 стоит брюки. Брюки действительно симпатичные. Мне нужен был побольше размерчик. Они тоже такие вот, хорошая длина, хорошая ширина. Нигде ничего не надо с ними делать. И, в общем, так хорошо лежат на ноге. И стройнят, по-моему. Но если я вам сейчас покажу сверху, то вы поймете, что они меня не стройнят, а наоборот. Потому что они не маленькие. Сейчас покажу вам сверху, как они выглядят. Ну, вот такие вот брюки. Здесь как бы застежка просто зашита. Видите, карманы оттопыриваются. То есть они мне совершенно-совершенно узкие. Ну, не совершенно, но маловато. Надо было бы на размер больше. Но если вот так сверху прикрыть, то ничего, по-моему, получается. Красивый такой комплект, интеллигентный. Я, если честно, хотела светлые брюки к этой кофте примерить, но не было. У них что-то с размерами брюк, либо 12-й огромный, то есть экстра-экстра-ларж, либо маленькие, там типа 4-й, там 2-й, смол, экстра-смол и так далее. Вот я еле нашла 6-ку, чтобы мне хотя бы они не болтались на мне очень сильно, но в то же время, чтобы я могла в них влезть и застегнуться. В 4-ку я бы не застегнулась никакими силами. 100% лиоцел они, не вискоза, или что я там сказала, я уже не помню. Ну, в общем, лиоцел, 100% лиоцел, и 6-й размер стоит $135.
Ну, вот так вот они выглядят, приятно, с таким приятным блеском. А сзади, кстати, у них резинка, что очень-очень неплохо. Еще благодаря этому я в них, в принципе, влезла, потому что резинка сзади и вот немножко сбоку. То есть, в принципе, вот нет резинки, только вот здесь вот на талии. И вот такие вот брючки. Хороший цвет, приятный. Смотри, с этой юбкой тоже неплохо, по-моему. То есть, как бы юбка такая широкая, и блуза, в принципе, не очень широкая, не очень такая объемная. Но вполне такая вот, ну, такой создает силуэт, как будто бы немножко такой расклешенный. Она такая, блуза расклешается, и юбка расклешается, но, в принципе, по-моему, не слишком, не слишком много оверсайза. По-моему, неплохо вместе. И цвет подходит. Знаете, вот это такой вино-бордовый, и юбка такая бежевая, чуть-чуть розоватая. Мне кажется, что это вместе неплохо. Еще я подумала, что ее можно надеть с поясом. Это мой пояс, я в нем пришла, это не косовский. Ну вот так вот, знаете, вполне ничего, по-моему, тоже неплохо. Может, другой пояс, не такой навороченный и другого цвета, может, тоненький поясочек какой-нибудь. Но вполне, мне кажется, тоже будет ничего, потому что, ну, как-то вот сочетаются они вместе, мне кажется. Видите, какой интересный воротник. Он, в принципе, вот так вот поднимается здесь. И нет, здесь он зашит. Здесь он, его можно сделать вот такой вот, отложить. Сделать вот таким вот высоким. Но мне кажется, это нехорошо. А вот так вот, если завернуть, ну, можно как хочется. Можно и поставить, сделать его повыше, можно и завернуть. Значит, $135, это был 6-й размер. И в нем 60, в этой блузе 67% хлопка, остальное синтетика. Видите, она как сделана? Спереди она немножко короче, здесь такие вот, как рубашки, зашитые вот такие вот разрезы. Ну, ничего, такая симпатичная, красивая, я бы даже сказала. Ну, все, девушки, намерились. Небольшое видео, наверное, сегодня короткое получилось, потому что что-то не очень много было вещей, которые мне понравились. Во-первых, во-вторых, я немножко тороплюсь сегодня, поэтому простите, в следующий раз будет подлиннее. Все, на сегодня все. Всем привет из Канады, люблю, целую, подписывайтесь, ставьте лайки, пока-пока-бай, увидимся в следующем видео, пока.